Тех гайщик перестрелял, ни одного. Да нет, там. Как ты развернулся, нафига? Ладно, пойдет. Встал, вообще вниз не поехал. Второй так себе, конечно. И в конце развернулся. А ладно, могло быть хуже. Окей, второй неплохой поезд с кораблем, почти подряд даже. Или вообще подряд, я не помню, было там 4. Это вообще долгое время поезд. Сколько мне было, сейчас хоть что-то пошло. В конце решил своего отыграть, отойти уже. Я еще испугался, что он быстро стреляющий. Если он был быстро стреляющим, я бы, возможно, не успел бы среагировать, он бы корабль точно сбил. Еще один корабль тогда не нужен. Уровень неплохой, но мне все показалось, что могло быть лучше, что-то не очень как-то никак ездил, ну последний как обычно. Пойдет. Опять они уехали. Как он проскочил? Какой ужасный уровень просто. Если бы я не поехал за этими танками, то даже не один был, а два. Точно бы базу взорвали или просто бы где-то катались в конце. Терял бы еще больше. Нет, пойдет. Хотя бы отыграл. Ну, нормально. Неплохой пейс. О, повезло, вообще повезло, что даже корабль не сбили.
Так, часики повезло, кстати. Без них пришлось бы объезжать снизу, потому что я не стал бы подъезжать прямо, рискуя попасть под пулю. Немного засейвил за счет них. Бомба далеко, не поеду. Повезло, успел прям как раз. Вот за счет топового 11-го это уже хороший пейс. До этого был просто неплохой. 11-й редко так хорошо получается. Тоже норм. Надо было часики брать, конечно, здесь. Больше не будет полезных пауэрапов. Могло бы чуть побыстрее, если бы часики взял. Хотя больше нет, не знаю. В целом тоже норм. Городский уровень. Так, стреляй. Бомба. Ой, опасно было. Бомба, но здесь уже далеко, быстрее будет так. Ну ладно, принимается. Хотелось бы, конечно, получше, но этот уровень всегда такой. Сейчас еще, кстати, неприятный уровень. Вот здесь часики помогают. Конечно, вот здесь надо в середину встать, а для этого пожертвовать кораблем почти всегда приходится. Ну вот, пожертвовал, уровень неплохой, но корабля нет. Если бы не стал жертвовать кораблем, возможно бы, все равно я его слил, ну и возможно еще времени больше потерял, так что не знаю, мне кажется, мне нужно было так сделать. И теперь вообще не знаю, когда я смогу восстановить, и смогу ли. Сейчас еще будет уровень, где нужен корабль. Не, ну не сейчас, чуть позже. Скоро. Не то. О, топ. Блин, ну что так далеко? Уровень топовый, голда. Бейс хороший. Вообще, что за пауэрапы? Вы вообще видели? Часики или корабль? Какие-то лопаты кидают. Часики.
На, тут мигающий чуть не слил за мигающего. Ладно, повезло с пауэрапом. Корабль, блин, ну... На 24-м, кстати, тоже без корабля будет печально. А, не взял часики. А, теперь взял. Ладно. На самом деле, да, повезло, что все-таки второй раз дали часики, иначе бы в конце потерял бы, я думаю, пару секунд точно, если не больше. Танки бы уехали. Вот почему здесь не корабль? Почему? Сейчас 23-го будет. Мой любимый уровень. Он же худший уровень в игре. Так, стопы. Ладно. Базу не взорвал, то хорошо. 24-й без корабля. Печально. Корабль, но... Пришлось стрелять, потому что если я бы не сделал приостановку, то есть вероятность, что я бы не успел их добить до того, как часики перестали бы действовать, и они бы разъехались, и... Короче, нельзя было этого допустить. Потом опять без корабля. Концовка немного не очень, но в целом нормально. Корабль далеко был. Я прям видел, что он внизу там где-то появился. Ну хотя бы везет вот здесь с часиками. Без корабля тащится. Просто с кораблем было бы, конечно, спокойнее как-то. О, повезло. Вот это прям повезло здесь. Часики очень, кстати. Еще и в начале дают. Интересно, даже не голда. Часики. Опасно, сейвово. Корабль нужен. Ну куда ты уехал? Все, сбил мне корабль. Ну что это такое? Thank you.
Хана, блин. Кстати, я заметил, что на этом уровне постоянно сливаю. Вот это реально я заметил. 30 уровень никогда не получается. Но у меня не получается до него дойти с кораблем прокачкой обычно, поэтому. Да едь сюда. Блин, вот сейчас, если не возьму прокачку, буду терять и... Всё. На этом закончится. Бомба. Часики, уйди с пути. Бомба. Блин, пауэрапы затащили. Блин, зачем мне корабль? Пистолет далеко, ну очень далеко. Нельзя, нельзя. Теперь надо, потому что нету корабля. Был корабль без прокачки, теперь прокачка без корабля. И уровень тоже не очень. Из-за этого пришлось вниз ехать. Почему нельзя спокойно эти уровни затащить? Почему все время что-то не так идет на них? Блин, там был корабль, но мигающий вылез. Ну хорошо, с часами везет на самом деле. Часы. Несколько было уровней, которые за счет часа кто затащил, вот за счет бомб там. Это да, это тут... Как бы в этом рандом. Сейчас быстро уедет. Понятно все. Последний уровень, а у меня ничего нет. Меня быстро этот напряг, он там ехал с... на среднем уровне и мог к базе поехать. Нет. Ну, саб 19. Ладно. Ладно, я это выложу, так и быть. Как бы это была моя цель. Понятно, что она... Не идеально. Последняя треть игры никогда вот, не дается как надо. Можно еще секунд 20 улучшать, реально. Вот это вот. Но я не буду этого делать. Спасибо за GG. Ну, типа, когда-нибудь, может быть, и буду, конечно. Не могу сказать, что прям никогда в жизни.